Hi everyone, this lesson will be English, and here we see the sections which sent me my friend from Egypt, and here we see a good example of tunnel. So this one is a tunnel directly from Egypt. So should be something like an archaeological artifact. И теперь для русскоязычной аудитории этот разрез прислал мне мой египетский коллега и попросил сделать видеоурок по поводу, как можно увидеть его туннель в 3D. Так, здесь есть замечательный туннель в известняках. И это уже подготовленная площадка. И сейчас я покажу, как подготовить 3D файл из отдельных файлов. Итак, начинаем. So here we have five separate profiles, 1, 2, 3, 4, 5, and I will show how we can put all these separate profiles in one 3D file. So the first file, A1, open. And we see here, it's a time scale here, it's 512 nanoseconds. So what we do in this case? Just click here, CT. Yes. And now our sections, it's 256 nanoseconds. Сейчас я сохраню этот файл в формате GIM и еще раз покажу, как увеличить масштаб файла разреза. Сохраняем GIM файл 1, сохранить. Потом мы сможем его редактировать и дальше использовать. Так, я открою профиль номер 2. Он тоже выполнен в развертке 512. Здесь можно увидеть время, 509 наносекунд сейчас, но чтобы увеличить его до 256 наносекунд, нужно просто нажать вот эту кнопочку CT, изменить файл по оси Y. Файл будет увеличен. Все. Нажали. Файл увеличился. Здесь мы видим все сигналы от туннеля. От одного туннеля видим вот второй туннель. И может быть даже третий. Все дальше. Для работы вы можете сохранить этот файл в формате GIM. Файл 1 у нас есть, берем файл 2, сохраняем GIM. So this is one way how you can change time and save each file in GIM format. But we have another second way, maybe much faster. So you again go to Geo, choose Geo, open,
use a control, Alt control, open, click here, A2, and the second file will open here behind this one. The signal from tunnel. So this one's a new second A2, and again control new open new file, and next file will open after A2, and do this for all files. And again, and after, if you need a change time, just click here, and this feature will be work, this operation will be work for all sections. Yes, so you see here, for all sections is the same, 256 nanoseconds. Okay, back to beginning. Первый файл, первый разрез, он длиннее остальных разрезов на около 25-23 метров. Сейчас мы это выясним, потому что остальные разрезы, длина у них, сейчас мы посмотрим, можно это выяснить, по-моему, около 52 метров. Так, этот 75, а второй 52-50. Арифметика проста. 75 минус 52. Итого нам надо отрезать 23 метра в начале первого профиля. Возвращаемся в начало первого профиля. Находим наши 23 метра. И с помощью вот этой функции передвинуть файл вправо, отрезаем. Соглашаемся. Эту часть надо удалить. In this part of sections need to delete. If you need delete these sections, so what we have to do? Just sure make sure if in the step of review the frames enough, so we need to delete over 3 full frames. So here choose 300 frames, click here and click here, delete frames. Yes. То есть, чтобы удалить нужный размер разреза, нужно просто удостовериться в том, что вы отрежете правильный кусок. Одна такая секция — это 100 кадров. А вот это расстояние между фиолетовыми
значениями, с фиолетовыми рисками, это как раз 100 кадров. Убедитесь, что вы их отрежете и переместите курсор в начало этой секции, которую вы хотите отрезать, и нажимаете Delete, и все у вас получится. Okay, if you did this, just click here. Join. Okay. Now our section is it's the same like others, 52.5 meters. Okay. What we do now? Что мы делаем сейчас, когда соединили профиля? Идем в options. Между профилями у нас шаг 3 метра. So between distance between profiles is 300 centimeters. Выбираем профиль. У нас здесь нет никаких меток между профилями, поэтому просто разделяем их. И нажимаем кнопку создать профиля. So create profiles. Done. Close option. Закрываем опции. Возвращаемся в начало. Now we go to table of coordinates. И здесь будем делать по шагу профиля. Шаг профиля, координаты, и убедимся, что у нас шаг профиля 10 сантиметров. И теперь, после того, как он нам сделали recalculate, все те же функции, и нажимаем Adjustment. Утверждаем, что шаг 10 сантиметров. Выбираем нет. Это я еще раз проверю. Окей. Окей. Adjustment. No. Окей, пересчитала. Done. Закрываем. И теперь нажимаем любой точки на разрезе. Например, в вершине этого this tunnel. Somewhere on the top. And click for to the view. Blunt sections. Итак, в результате у нас есть вид сверху, топ вью. Разрез по оси X, вот этот, поперечный, и продольный разрез по оси Y, X, X, Y, and top view. Try to find our tunnel, somewhere here, this one,
click. И мы видим вот эту зонку. Можно кликнуть после первого профиля. Поближе к первому профилю. Поменяем. Режим измерения поменяем, чтобы лучше видеть туннель. И вот сигнал от туннеля. Можно еще перевести его в 3D план. Тогда план позволяет видеть все разрезы по отдельности без интерполяции. Здесь все 5 разрезов. Начальная линия нулевая, от которой они были выполнены. Так, программа закончила считать. Смотрим, здесь можно курсором правой и левой кнопкой вводить, двумя кнопками зажатыми перемещать, также и правой кнопкой перемещать, левой крутить. Так, это наш туннель. Здесь какая-то поверхность. Для пятого профиля не очень понятно, где туннель. Section number 5, it's not really clear understanding where the tunnel, where is exactly tunnel here. So click here. Sections 5 disappear, and now we see profile 4. Также выбираем четвертый профиль. Хорошо видно туннель на от первого до третьего профиля. So we see the tunnels good from first till third profiles. Отлично. То есть, если нужно сориентироваться и увидеть туннель, это хорошие данные. This is good data for example for tunnels. Okay, Tarek, thank you very much for your good data. This is this video tutorial special for you. Thank you and good luck.